Вместо обычных для железнодорожного вокзала шума и суеты – стройные поющие голоса. Стук колес затих, паровозы не гудят, а люди на платформе замерли. Перрон превратился в концертную площадку. Самарский хор «Золотая лира» вернулся из Белоруссии домой. Фестиваль в Белоруссии был посвященный 70-летию освобождения нашей родной Белоруссии. Вот говорю «родной», аж перехватывает. Как они тепло нас принимали. Мы запели «Самара городок». Долго думали, стоит ли петь, тем более такая дата. И вдруг мы запели, весь зал встал и вместе с нами пел «Самара городок». Самарцы дали Белоруссии 4 концерта, 3 в Минске и 1 в Бресте, в Дворце ветеранов. Там мы пели большой концерт, тоже очень прошел хорошо, потому что после этого нас благодарили, подходили незнакомые люди, говорили спасибо. Теплая встреча, яркие эмоции, незабываемые впечатления, новые знакомства. В Хатыни мы еще случайно встретились с Эдуардом Ханок, мы тоже пели его произведение там. И, значит, в Бресте подошел к нам консул наш, который находится в Бресте, сказал: «Молодцы, как что вы сюда приехали, на сегодняшний такой праздник». Уставшие, но довольные собой и поездкой, участники хора отправились домой отдыхать и готовятся радовать зрителей новыми песнями. Марина Матвеевична, Артем Сулайманов. События.